Прикольный эффект. Хотел такой всегда попробовать, типа как в фильмах делают. Сегодня с вами в рубрике, наверное, ее назовем все-таки «Технобич», потому что «Технобомж» — это слишком, наверное, оскорбительно. Посмотрим на вот такой вот портативный аккумулятор за 120 рублей. Черт возьми, говно это или нет? Представляете себе портативный аккумулятор за 120 рублей? Что из этого может вообще выйти? Он маленький. И он на 500 мАч. На 500, Карл. Сверху есть microUSB, чтобы его заряжать. Здесь вот так вот открывается microUSB, чтобы что-то другое заряжать. И внутри здесь типа встроенный аккумулятор. Есть, кстати, светодиод. С какого-то перепугу здесь вообще написано типа 500 мАч за 120 рублей. И типа вешается на ключи. Ну окей, я могу себе представить, что вот это можно повесить на ключи. Обращаю ваше внимание на светодиод. Светодиод не работает. Да, но, кстати, он заряжается, я проверил. Ну а что, тем прикольная светодиод, который должен гореть, в принципе, за 120 рублей, он не горит. А в инструкции написано, что он горит. Но я сначала подумал, что, блин, все не работает, 120 рублей придется возвращать. Нет, данная штука заряжается, и она даже умеет заряжать устройство. Как вы думаете, вот насколько он сможет зарядить телефон, обычный на 2500 мАч батарейку? Ну-ка, давайте. Вот, предположите, напишите в комментариях, как вы думаете, на сколько процентов он зарядит? Написали? На 3%. Я пробовал заряжать 5 раз, я его полностью заряжал, и он мне, сволочь, 5 раз выдавал только 3% заряда и подыхал. Но если себе представить ситуацию, что данная штука реально у тебя висит на ключах, и у тебя кончился заряд, ты можешь отсюда подсоединить в телефон, зарядить, ну, 3%, мне кажется, это какое-то говно. Но очень модно написано, что 500 мАч. Напомню, что наша рубрика «Технобич» — это товары, которые реально можно купить, по крайней мере, в Москве, официально их заказать в любом из магазинов, и тебе их привезут в состоянии новой. То есть бушный товар вообще не канает. Данная тема продается, я ее покупал за 120 рублей. Так вот, что-то мне кажется, что за 120 рублей — это полное просто говнище. Не покупайте такую штуку вообще никогда. Но если бы это хотя бы давало, ну, не 3% заряда, но хотя бы 10 или 15%, ну, 3% это вообще никуда. То есть даже носить с собой не надо. Ладно, все, с вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребят. Комментируйте что-нибудь внизу и ставьте пальцы наверх. Пока.